Ну, прошло... Ой, 5 месяцев. 5 месяцев, да? В феврале вы закончили? Да. 2 месяца, да. Вот за эти 5 месяцев, скажи, вот те улучшения, которые были достигнуты в ходе лечения, они никуда не исчезают? Нет, они никуда не исчезают. Оно даже становится лучше. Ну, оно лучше. То есть все закрепляется, да. Все остается. Да. И... Все становится на свои места, все как надо. А, ну просто я хотел сказать, что до лечения у него самое. И ноги, даже пальцы были сжаты такой степени, что не выравнивались. А после второй процедуры началась просто лодыжка на ногах выравниваться, пальцами начала шевелить нормально. Ну это то, что было видно явно самое. И походка, шаткость головы, вот так она постоянно, когда при ходьбе было, тоже начала убираться. Сейчас такого нету. Спастика убралась на ногах, то, что она не мог сразу разогнуть. Вот оно как резко отталкиваешься, оно сводит ее ногу. Сейчас такого нету. Сейчас уже. Ну, Андрюша у нас заболел с 18 лет, и 6 лет мы его лечили, 5 лет по больницам, и областные, и районные больницы, и киевские больницы. Улучшений никаких не наступало. Постоянно все было ухудшение. Больше и больше ногу тянул, больше уставал. И зрение нарушалось у него. Все было, все в плохую сторону шло. Ну вот мы узнали, случайно нам знакомая сказала, что в Харькове есть такая клиника. Мы сразу же поехали на следующий день, и вот Гагик Саркисович нас взялся лечить. Вот, у меня появилась уверенность в том, что я излечился, вот после томографа. Вот это снимок, сделанный 4 года назад, до лечения у клиники Гагика Саркисовича. И вот сделанный снимок после 10 процедур, совсем недавно. Вот оно заметное улучшение. Полностью изменено. Полностью изменен морфологическое состояние головного мозга. Уменьшились бляшки. Да, бляшки. Я благодарен Гагику Саркисовичу, Лилии Исаковне, всему коллективу. Отдохнули 2 месяца, сделали томограф, и такие большие изменения нам сказали, что произошли по томографу, что прям врач, который делал томограф, удивилась, что исключительные прям изменения произошли, морфологические. Нас это очень радует. И сами видим по пленкам и по фотографиям, какие произошли изменения. И у нас с первых уколов у него было улучшение. После первого укола у него зрение улучшилось. Настроение, стал более веселее уже. Потом у него и другие проблемы исчезли. Ну, веселее стал. То засыпал, полдня походит, поработает, уже усталость сильная, уже настроения нет у него, все ухудшение. Ну, видно, что ребенок уже устал и хочет отдохнуть. Хотя еще день и полный...